Вот удаленную работу в России уже утвердили на законодательном уровне. Точнее, разработали для сотрудников и начальников новые правила. Всех, кто работает вне офиса, приравняли к офлайн-работникам. Закон вступит в силу уже с 1 января следующего года. Какие требования будут обязаны соблюдать все стороны рабочего процесса, расскажет Ульяна Ездакова. Продумать контент, написать текст, подобрать к нему визуал и музыку, выложить пост в соцсети. СММ-специалист Регина Погудина работает на удаленке с марта. Сначала было непривычно, но за 9 месяцев нашла в дистанционке массу плюсов, рассказывает девушка. Ты можешь регулировать свое время работы, можешь обед свой отрегулировать, как тебе нужно. И в этот обед что-то сделать еще по дому успеть. Еще очень удобно то, что я за это время полагаю очень много денег и на проезд на общественном транспорте, на такси. Сэкономила. До недавнего времени работа таких сотрудников, как Регина, не регламентировалась законодательно. В Госдуме решили устранить пробел. С 1 января будущего года вводятся три понятия. Дистанционная, она же удаленная работа, временная удаленная работа до 6 месяцев и комбинированная дистанционная работа. Кроме того, работодатель будет не вправе сократить зарплату сотрудника при его переходе на удаленку. Также полностью будут оплачиваться командировочные, отпуск и больничные листы. По новым правилам начальство будет обязано обеспечить сотрудника необходимым оборудованием. При этом само понятие «удаленная работа» подразумевает наличие интернета и сотовой связи. А значит, современные коммуникации должны быть доступны дистанционщикам в любом уголке страны, в том числе и в Кировском регионе. Местные законотворцы уже ведут работу в этом направлении. Комиссия по регламенту очень плотно работает в связке с Министерством информационных технологий и связи Кировской области. Мы работаем над тем, чтобы все, даже самые удаленные уголки нашей области были охвачены интернетом и сотовой связью. Кстати, некоторые руководители уверены, для таких сфер, как IT-технологии, бухучет, дистанционка – отличное решение. Фирма экономит деньги на коммуналке и аренде помещений. При этом эффективность работы растет. Повышение эффективности оно произошло в момент, когда мы работали на удаленке, потому что отсутствие таких очных коммуникаций компенсировалось с лихвой именно такой потребностью в рабочих контактах. Прописали в законе и увольнение удаленщика. Расторгнуть договор можно будет в случае, если сотрудник не выходил на связь без уважительной причины в течение 2 рабочих дней.